день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на спортивной базе ЦСКА, где сегодня проходят матчи чемпионата города Москвы по футболу среди команд спортивных школ. На поле футболисты 2006 года рождения. Наши гости – команда «Динамо» и «Волки белые». Павел Комасов, вратарь команды, номер 16. Роман Бондарев, номер 20. Даниил Гасанов, номер 19. Тимофей Каваргиев, номер 9. Никита Каргиев, номер 8, капитан команды. Дима! Максим Коротков, номер 8, Никита Морозов, номер 7, Виктор Афишор, номер 24, Павел Конюшкин, номер 15, Артем Харитонов, номер 2, Даниил Черкасов, номер 13, старший тренер команды Николай Гонтарь. Представляем состав команды ЦСКА по поводу трансмиссии. Николай Боровский, вратарь команды, номер 1. Николай Авдулкин, номер 2. Артем Андрух, номер 4. Александр Вакулич, номер 9. Дмитрий Горленко, номер 8. Кирилл Кудрявцев, номер 5. Андрей Меркулов, номер 11. Вадим Селезняк, номер 10. Руслан Славин, номер 7. Александр Станиславович, капитан команды, номер 3. Роман Шостко, номер 6. Старший тренер команды Евгений Варламов. Представляем бригаду арбитров, главный судья матча Рамис Муратов, помощники судьи Александр Анубин и Родион Пожарский, делегат матча Алексей Цельников. Хорошо, Руслан, хорошо, хорошо играй, молодец! Вадим, давай, Руслан, перемещаем. Поджимай, Тёма, уж. Хорошо, Саня, хорошо, Дим. Мяч в ворота «Динамо» забил Андрей Меркулов, номер 11. Так, все правильно.
Гасик, чуть ниже, Гасик. Парень, крыши не видели, его первый гол. Так, чуть ниже, Макс. Пошли, выгоняй! Там Рома, центр, Рома, помогай! Thank you.
помогай! Артём, не суетитесь, Артём, начало, спокойно, первая пара. Алекс, там страховка. Назад, Тёма! Уж! Что ты здесь подумал, Шарик?
какой корпус ставишь? Если ты отходишь, под него, блядь, надо поставить брак. Алло, что ты прикрепил? Мороз! Мороз! Андрей, еще! Андрей, еще! У нас стоим! Куда? Пробка! Давай, участвуй! Андрей! Витя, Витя, уже в середину! Блядь, ходишь, все расстраиваешь! Диагональ, смотри!
бей! Дима, хватит! Хорошо, Димка, еще играем, играем, пацаны. Ворон! Саня, куда ты были? Садись здесь. О, Саша! Мяч ворота «Динамо» забил Александр Вакулич, номер 9. Давай, терпим, Андрюшка, Димка, терпеть надо, Руслик, давайте, Вадик. Давай, терпите, сейчас чуть-чуть осталось, давай. До конца, доигрывай. Здесь, Рома. Кирилл, вот я. Здесь. Да, Димка, да, Дима. Смещаемся, Вадим. Здесь, Рома. Спокойно, все, ищи, Дима. Здесь, Кирилл, да, Кира. Да, Кира, здесь, Аля. Вадим, спокойно, все, Дима. Беги, Кира. Иди, хорошо. Все. Спокойно, своего. Давай, Димка. Да. Выше, Дима, выше, Дима. Вадик, говорите. Вадик, уже здесь, проси. Вадик, назад, Вадик. Андрей, еще, Андрюха, смотри. По игрокам, пацаны, концентрация. Давай тогда, я не могу, блядь.
Хорошо, здорово, пацаны, здорово, молодцы, здорово. Мяч на руке «Динамо» забил Андрей Меркулов, номер 11. Хорошо, Дим. Давай, Вадяс, еще в середине. Поджимай! Поджимай! Давай, выигрывай! Алекс, 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 Алек